Третий по счету именной турнир проводится в школе бокса имени Васильева, который и сам тренировался у Жданова. Арнольд Григорьевич – старейшина нашего тренерского цеха. Он воспитал множество мастеров спорта, победителей и призеров различных турниров. А тренировать начал более полувека назад, в далеком 1958 году. В роще летом. Роща нас спасала. А зимой, значит, мы компенсировали что? Я жил на Ренде, на Банном озере, там рядом. Вот расчищали площадку. И там типа ринга бегали по железнодорожной насыпи, тренировались, и так люди ходили. В 6 утра первая тренировка была. В нынешнем турнире участвует около 100 юных боксеров. Их возраст 12 лет. Многие не провели еще и десятка официальных боев и пока борются только за юношеские разряды. Но ребятам есть на кого равняться. Самый свежий пример – подопечный Жданова, серебряный призер первенства мира Святослав Варанкин. Он почему хорошо боксирует? У него ни одной четверки нет. Он в год ни одной четверки. Все. На одни пятерки экзамен сдает. Вот полгода ездил по сборам, да, на соревнованиях участвовал. Приезжает и на пятерке сдает. Ну, естественно, он так и боксирует. В пятницу на ринге полуфинальная стадия. Ну, а завтра финалы, награждение призеров и закрытие турнира. Анатолий Юденич, Никита Плотников. Новости дня.